сейчас спали, по собачьи поздоровались в новом году. Так же, как собачки делают, знаете? Да. Вот, значит, котёнок. Я тогда здорово, мы сейчас с вами будем песню вот такую, я буду говорить, дай лапу, а ты мне отвечать, лапу дай, и тоже вот так лапу мне давай. Давайте потренируемся. Я говорю, дай лапу, а вы что отвечаете? Лапу дай, вы мне говорите. Дайте, лапу дай. Лапу дай. Я говорю, дай лапу, а вы? Лапу дай. Лапу дай. Дайте, дай лапу. Лапу дай. Дайте, дай лапу. Лапу дай. Отлично, вставайте скорее. Очень просили вас на этом празднике вас с ними познакомить. Давайте мы сейчас танцуем и споем песню про всех моих щеняток друзей. Вы сможете все вспомните? Смогу, конечно. Сможете? Смогу. Хорошо, так готов? Сможете? Да! Отлично, молодцы! Это цена наши ножки. Ходите сюда поближе. Yeah.
Муа-муа, трекер чудо-голова. У него большие уши, всех щенков он слышит лучше. Слушай, внимательно. Отважным щенкам все по зубам. Что говорит? Отважным щенкам все по зубам. Вот любитель снежных мест. Это хвастки, это крест. Это наш спасатель горный. Щенок проворный. Какой? Нет! Лапка! А трех щенков к работе готов. Трех щенков к работе готов. Долматинец маршал, это очень милый дружбе наш. А я люблю, если что болит и греет, я пожарный, я успею. Я душу маршала. Я туда спать, душу. Отпадок щенкам, все по зубам. Дайте баланс, Рога. Райдер? Что случилось? Так команды же нету. Нет, Райдер, мы справимся с заданием. Я соберу новую команду. Знаете, ребята, позвонил Райдер. И он сказал, что кто-то похитил таких вот маленьких, хорошеньких щеняточек. Представляете? Их совсем некому спасти. Может, вы мне поможете? Станете моей щенячьей командой? Хорошо. Да, сразу они помогут. Ой, какие вы смелые, здорово. Ложите лапу на мою руку. Пожалуйста.